Так, еще гости приехали. Мы сейчас пойдем с ними попробуем познакомиться. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Вы не против съемки? Все накрашены? А что вы? Прически все навели. Ой, какие у вас девочки красивые. Ой-ой-ой. Она приезжала первый раз, на руках еще была лялька. Да, я такое тоже... не первый раз. Нет, конечно. Сейчас этого... минусинцы такое рассказали. 45 лет, сейчас фильм снимал. Сгубили саженцы. Все сади... купили у меня книгу. Я тоже вас брал книгу. Вы брали? Расписывались, конечно. А я расписывался. Да. А вы брали последний или предпоследний? А я не помню. На всякий случай могу еще одну показать, а вдруг купите или не надо? А мне не надо. Все понятно. Тогда давайте так. Мне интересно, откуда вы? Мы с Абуканом. Тоже издалека, ё-моё. Ага, рядышком. Час езды. А если пешком? Ну, пешком-то мы не входим. Так. Ну, давайте посмотрим. У вас это, вы говорите, что уже покупали, да? Да. А где оно? Цело, нет? Книга? Нет, саженцы. Ну вот сливу я не могу все вырастить. Вот я уже приезжаю, что я уже это брал два раза, и оно у меня почему-то не приживается. Яблоки прижились, абрикос прижился. И вишня на палочке прижилась. Вот как у вас там, я сейчас пробовал, такая же точно. Ага. А сливы не идут? А, груша прижилась. Груша в этом году плодоносила. Правда, там было 3 или 4 груши, но плодоносила. Только, только сливы не пошли. Сливы не пошли. А какие, не помните? Ну вот сейчас я эту царицу Востока или что попробовал. Сувенир. Сувенир Востока, да. А вас сейчас угощал он, да? Нет, я ее просто это хочу посадить. Я у вас ее смотрел в ваших роликах. Нет, в роликах живьем видели? Нет. Пойдемте, если успеете. Угощу. Сувениром. Ну вот это. Как... Мы там у себя покупаем вот на варенье, да, на это, на компоты. С абрикосом определимся, и можно пойти в сувенир Востока попробовать. У нас абрикос, я не знаю, как он Давай, называется, но вкусный такой, классный. Он желтый? Желтый. Давайте тогда... У нас желтый, Лен, абрикос? Да. Лен! А, Да, наверное, давайте амур, он с красным точно там не перепутает. Давайте. Вот амур, он может быть хороший. Вот такой сладкий, такой вкусный, вот мы сколько брали вот так вот на компоты, этот вообще прям идеальный. Он такой вкусный. Но в этом году и это заморозок был. Вот смотрите. Тлю, видите, она не мешала вырасти. Угу. Мы не обрабатывали. А я прискую лотаром. А вам придется первые годы. Не, я-то обрабатываю, я просто момент упустил. Да, я это всегда. Да это под обрезку все равно в любом случае пойдет. А это идет под обрезку вот так. Ага. Вот, обязательно. Потом у вас вырастут боковые ветки. 2-3 года прыскать, а потом я вас подведу. К сувениру Востока угощу. Ну, еще несколько минут. Вот, и вы увидите, что ни разу не опрысканы, растет. Но все-таки... А сколько раз надо? Надо же весной там... Нет, опрыскивание только от ли, больше ничего. Она ничего не будет. А лотар годится. Годится. Но строго по инструкции. Ну, я развожу. Раз. Теперь, значит, тля имеет 5-6 вылетов за лето. Угу. Неделя две вы опрыскали. Угу. Дождь прошел, одно слово дерево беззащитно. Через 1-2 недели опять. Ну, мы-то это, я-то всегда могу эту тлю найти где-нибудь. Ну. Увидеть. Вот она первая, допустим, к примеру. А вам нужно просто периодически 2 недели опрыскивать, дать ему расти. Ну, тем более там не так у нас много деревьев. Вот. Потому что если каждый год вот так, ну, конечно, замедляет рост. Я свои не опрыскиваю. Вот уже со второго года не опрыскиваю. Так, а где тут север, где тут юг? Где тут север, где тут юг? Так. А это теперь Сергей знает. По узелку, по-моему, определяет. Это с Сергеем разберется. Скорее всего, по узелку. Даже фамилия моя точно для меня выращивали. Ну-ка. Сувенир. Ага. Мастин, это вы. Да-да. Для вас выращивали. У вас такие маленькие яблоки, а на них яблок дофига. У нас? А, в этом смысле. А дело в чем. Все-таки я снимаю фильм не простой, а назовем его учебный. Угу. Вы удивились, что
маленькая яблоня, а яблок много. Мы прививаем на корневые отводки яблони. А это корневые отводки сибирок. Во-первых, они не боятся той самой заразы, которая... Сливу попробуйте, я пойду пока... Пойдем, заодно поговорим. А еще можно вопрос? У меня там дядька спрашивает. Дайте договорю. Давай. Итак, корневые отводки яблонь, отводки от сибирок. А их никогда не берет. А ну, да, типа вот эту. Да, вот типа. Ее садишь, а к ней прививаешь. Да, но дичка из леса вам не поможет. Она уже забракована, проклята, это есть. Особая работа проведена. Несколько поколений приучения. Так? Смотрите, красота какая. Апорт, классно. Одно вот у меня яблоко вот в том году и в этом году. В том году две яблони плодоночили. Вот такие большие, жигулевские или какое мы брали. Ага. Ну, большие яблоки такие. А вот в этом году одна или прихватила, или что, и это. Дичка, я, видать, поросль не порезал, дичка вылезла на ветку. Вот это, мне сейчас Сергей сказал, их надо обрезать весной, эти ветки. Ветки никогда заподлицо не отрезайте. Оставляйте. Ну, от ствола оставлять, да, сколько? Отставляйте вот, смотрите, мои вот пальцы. Да? Вот, оставляйте, потому что... Потому что они-то уже большие получились. Я вам сейчас покажу. И прям жалко, в том году яблоки такие классные были. Так, сейчас. Ну-ка. А, вот, видите, вот дичка пошла. Уже и его... Так вы ее не убирали, ждали, пока дичка заплодоносит. Подвой? Это надо было это. Надо было. Это снизу она пошла, да? А вы не разглядели, конечно, снизу. А я что-то, знаете, растет и растет, ничего не резал, думаю, не буду ей мешать. А нет, надо. Это не так уж и плохо, кстати. Да? Нижние скелетные ветки, неважно, выше прививки. А ее весной можно, да, будет? Слушайте, дальше или ниже. Они снабжают подземную живность глюкозой. Ну. Поэтому они, вот это дикие эти яблони, они совершенно вашему дереву не мешают. Ну их обрезать или что с ними? Они делать? Помогают. А если будете обрезать, оставляйте вот такие вот эти. Я это называю обрезка на пень. На сучок. Это весной, да, делать надо? На сучок. Да, теперь уже нельзя. Только весной. Вот это вот сувенир Востока? А что, вам не устраивает? Да вы что, а можно я супруге одну сорву? Да вы сюда... Мы берем вот такие вот. Сюда ведите, ведите сюда. Для начала идите сюда, пробуйте вы. Лена! А что мы сразу? Да нет, давайте я ее это. Вот всегда грязными руками чистые эти. Измажут грязными руками, а потом в рот. Можно я одну себе, одну супруге? Господи, смотрите сюда. Смотрите. Не-не-не, я только. Это самое спелое, папа. Вот спелое и собирайте. Жалко же, вы чуть. Для вас не жалко. Вы мне помогаете фильм снять. Вы, так сказать, соавтор фильма. Вот это вас будет. Просто не жалко, они вот и не валяются. Я заберу их. Вот это слива. Я, знаете, только на Украине чернослив у меня у бабушки это видел большие. Ё-моё. Жалко, у меня черносливы кончились уже. Я таких слив вообще просто так вот не видел. Так. Ну, пошли угощать. Лена, иди сюда, пожалуйста. Я тебе сувенир Востока сливу покажу, которую мы взяли. Ну давайте вернемся к дереву. Как я люблю хвастаться. Господи, а какие. Давайте нас со сливой смотрите. Какие у вас крошки милые, да еще голубыми глазами. Смотри, сувенир Востока. Идите угощайтесь. Это уже другое дерево, не то, где мы трясли. Не, больше не трясите, тут ее просто она пропадает. У меня не пропадает, это все идет на косточки. Я ими торгую. А вот вопрос. Косточки, если у вас абрикоса взять, шира вырастить можно? Шира можно, только надо брать не вот эти роскошные, которые у меня по 100 и больше грамм. Понятно. Манжурцы... Амуры, эти можно. Попроще что-нибудь. Эти можно. Попробуй. Вот. Жалко, мы сейчас их не найдем. А вот есть? Эти какие. Вот это настоящая реклама. Рита. Нет. Боже, давай я доем. Какие-то ангелочки.
Настоящие ангелочки. Погодки. Ладно, я выключаю, сейчас все фотографии сделаю.